Давайте не будем кричать. Собрание считаю продолженным. Собрание считаю продолженным. Повестка дня у нас по состоянию финансово-хозяйственной деятельности кооператива. ДСЖ. Переименовывать наш жилищно-строительный кооператив «Молодь» в товарищ собственник жилья «Молодь». Это в корыстных целях некоторых лиц, я не буду сейчас называть фамилии, они сами зовутся. Вот. И когда переименовывалось, никто не спрашивал. Просто переименовали все. Это было в июне 2001 года. У нас инициативная группа, которая нас называет самозванцами, как угодно, чтобы мы не могли до вас донести всю правду, что у нас творится. Я, конечно, сейчас зачитаю, тут у меня идет конкретно по датам, чтобы не было никаких недоразумений. 8 ноября в нашей школе номер 35 в этом же кабинете Иванов проводил собрание по его инициативе. Здесь он не сказал. На этом собрании он свою кандидатуру снял с занимаемой должности и сказал, что мы будем перевыбирать. Или мы остаемся в ТСЖ и при новом председателе, или мы будем выбирать управляющую компанию. Дальше. 16 ноября. Собрание у нас было, прошу внимания, 8 ноября. 16 ноября в прокуратуре Калининского района мы узнали, что у нас Иванов отстранен от занимаемой должности. Он не просто отстранен, а дисквалифицирован на 6 месяцев. С чем это связано? Это связано с тем, что он превысил ОДН в 15 раз. Статья говорит, наоборот, заметил. Я тебе отдельно дам документы почитать. Я читал уже. Плохо перед читал, смотрел, плохо читал. Специально почитал. Вместо норматива, который нужно было 19 кубов распределить на дом, он распределил 325. Вот здесь у меня есть копия решения мирового судьи. Здесь сказано, председатель ТСЖ Молот Иванов допустил нарушение порядка ценообразования в части завышения регулируемых государством тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
За период с мая 2014 по май 2015 ТСЖ ВМОЛ не произведен расчет платы за коммунальную услугу ХВС, то есть холодное водоснабжение, предоставленное на общедомовые нужды. За апрель 2015 года ТСЖ ВМОЛ при наличии платы за коммунальную услугу ХВС, предоставленную на общедомовые нужды, вместо нормативного объема холодной воды 19,203 кубических метров, распределен сверхнормативный объем в размере 325,53 кубических метров. То есть норматив превышен в 15 раз. Это я не придумала. Есть решение мирового судьи. Дальше. Идем так. Хорошо. А какого числа? Не перебивай. 21 октября 2015 года. На собрание он пришел. Он уже знал об этом, так, о том, что его отстранили. Не перебивайте, пожалуйста, меня. Я иду по датам. То есть его отстранили. Он все равно собрал наше собрание. Пришел 8 ноября. Но что сделал до нашего собрания? Он сделал, собрал новое правление, якобы, которое он не имел права нас переизбирать в старом составе. Он 30 октября, типа, собрал правление, это и мне заставил, не заставил, а, и они подписали и решили, что они за всех нас решили, что мы хотим перейти в ТСЖ «Мой дом 37».1 ноября Иванов заключил договор о передаче нашего ТСЖ в мой дом 37. На каком основании будет? На каком? Он отстраненный 21 октября. То есть получается, 1 числа он заключил договор с ТСЖ «Мой дом 37». Все обратили внимание на квитанции, которые сейчас он разносил в 11 часу ночи. Увидев меня, он стал это делать поквартирно и нарочно. Что не так? Так, да, что значит, ну и что, если он никто? Да пусть говорит. Он никто. Никто, он отражен. По сути дела, а я по сути говорю. Документом говорите, по сути дела, пожалуйста. 1 ноября он передал наше ТСЖ. Наше ТСЖ, ТСЖ «Мой дом 37», который находится на Гагарина 37. Собственники жилья никто не знает об этом. Нет. Вот правление. Кто знает? Правление. Никто не знает. Правление. Правление. Какое правление? Правление никто. Правительство правительства дало ответ, что не имеет права. А правление вы будете выведите ее, она не дает никому слова сказать. Нет, уже давно. Да ничего не говорите, пожалуйста. Уже давно нет. То есть он захотел нас отдал туда, захотел через полгода заберет обратно. То есть это какое-то самоуправство.